В эфире «Вести» мы продолжаем. В Москве сегодня состоялась презентация нового общественного движения «Антимайдан». Основной его целью, по словам организаторов, будет противодействие силам, желающим повторить в России трагические украинские события. О планах движения и тех, кто вошел в его состав. Дмитрий Петров. Боль и тревога за братскую Украину и ответственность за будущее России подвигли этих людей на решительные действия. Несколько сотен человек вышли на Манежную площадь, чтобы заявить о своей позиции. Я видел, с чего начинался Майдан, война в Украине. И вот чтобы не было такого тут, я и пришел. А несколькими часами ранее на учредительной пресс-конференции Николай Стариков зачитал меморандум российского движения «Антимайдан». Мы, россияне, которым дорога судьба и будущее наших детей. Мы объединяемся в движение «Антимайдан», потому что любим Россию и хотим сохранить и сберечь нашу великую страну. Нам не нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Все уличные движения, все цветные революции, они, как показывает практика, приводят к крови. Нельзя, чтобы меньшинство навязывало свою волю большинству. Отставной офицер и один из лидеров общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин говорит, что за ним стоят 108 тысяч офицеров. Тех, кто прошел горячие точки и сейчас снова готов встать на защиту Родины. А вот многократная чемпионка и призер международных соревнований по единоборствам Юлия Березикова в «Антимайдане» представляет интересы и чаяния десятков тысяч своих соперников и коллег на ринге. Моя задача прежде всего общаться с молодежью, сплотить людей вокруг себя, единомышленников, потому что сейчас вот как никогда можно опереться на спортивно-патриотическое воспитание. Кому как не хирургу, чьи друзья и соратники приняли самое активное участие в спасении Крыма, известно, откуда ждать беды. Оранжевый вот этот зверек уже точит зубы на, собственно, на нашу страну. Вот эти старухи заокеанские уже пекут пирожки, чтобы раздавать их здесь у нас на площадях, стравливая между собой людей. Но главный ночной волк России просит не считать его кровожадным. Мы давить не собираемся, это раз. Во-вторых, я еще раз говорю, это сделано скорее такой посыл всем остальным людям, что надо объединяться нам. Все, уже время кончилось. Значит, что среди нас не должно быть сидящих на заборе. Либо налево, либо направо. Понимаешь, это уже час X наступает. Здесь мы хотим объединить вокруг себя единомышленников или прийти к единомышленникам. А вот Юлия Березикова на прямой вопрос журналистов, готова ли она задействовать против революционеров весь свой рукопашный потенциал, отвечает прямо. Если нам понадобится защищаться в целях защиты, самообороны, конечно, я буду готова применить. На самом деле «Антимайдан» разворачивается пока только в совершенно мирные колонны. Посмотрим глаза в глаза тем, кто пытается начать раскачивать ситуацию, чтобы дать им понять, что не надо этого делать. Даже не пытайтесь. «Антимайдан» создается как общественное движение, а это значит, что участие в нем будет добровольным и безвозмездным. Первые акции пройдут в формате мирных шествий, ну а в ближайшее время будут созданы органы управления, штаб «Антимайдана» и избран его непосредственный руководитель. Дмитрий Петров, Александр Терехов, Виктор Мамаев и Юрий Лепатников. Вести.